Ну что, девочки? Да, очки нашла, слава богу. Очки я нашла. Где такие масла? Бакару можно купить. В ЦУМе есть они, я видела. Аксессуары для ванны мама покупала в твоем доме. В Крокусе. В Крокусе Тимол. Не говорите так, как? Элен, вы знаете, что все ваши эфиры есть в Ютубе. Если вбить имя и фамилию. Ваши... Да, знаю, мне бы уже отправляли. Куда собрались? Мы хотим погулять сегодня с ребятами. Реснички на Элсане делаю. Я на Элсане тоже делаю ресницы. Когда как, чередую. У вас очень приятная и дружная семья. Спасибо. Ладно, ребят, я с вами буду прощаться. Мне уже нужно потихоньку собираться. У меня, знаете, у меня муж, он, если ему скажешь, что в 3 часа встречаемся. Вот без 5:03 он будет звонить до тех пор, пока не приведет тебя к тому, что ты скажешь, прости, да, я такая, да, я виновата, да, да, да. Поэтому, ребят, я, наверное, попрощаюсь. Время уже начало 3:00. Мне надо собраться, одеться, еще их надо быстренько подогнать к этому времени и успеть поехать. Поэтому прощаюсь с вами. Люблю вас очень сильно. Спасибо за эфир. Сегодня, видите, такой простой, домашний, в таком ужасном виде. Я ей все равно получала от вас комплименты. Вот. Поэтому всем хорошего дня. Буду снимать вам сторис. Наверное, поедем сегодня в депо. Сегодня хочу пойти. Там есть кафе Крабу Кутабы. Попробовать, что это такое. Наши девочки, все наши клиенты, кто приходит, они все очень хвалят. Так что пойду пробовать. Все. Всем пока.